Казахстанские бизнесмены просят отложить переход на контрольно-кассовые аппараты до 2023 года. Новая система контроля, по мнению предпринимателей, не принесет ощутимой пользы государству, а только увеличит расходы налогоплательщиков. В сфере торговли сейчас работают свыше 1 000 000 казахстанских предпринимателей. При этом только 30% из них сдают отчеты в налоговую службу. Эксперты уверены, что как только на рынке появятся посттерминалы, потенциальные налогоплательщики уйдут в тень. По мнению бизнесменов, переход на новую систему контроля нужно осуществлять поэтапно. Контроль не увеличивается, все так же остается. Единственный момент только, если государство не получает от этого пользу, если предприниматели от этого страдают, то получается выгода только крупным торговым сетям, которые вытесняют малых предпринимателей, у которых увеличиваются все расходы. Выгодно для налогоплательщиков использовать не упрощенную декларацию, а обычную. Сейчас еще преждевременно отменять для торговли упрощенный режим на основе патента. Нужно дать какой-то переходной период, 1, 2 или даже 3 года,